eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Впервые в 8-м сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда – 50 тысяч долларов. Каждый купленный билет турнира добавит к нему 2,5 доллара. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет на Вивера в подарок. Ну что, возвращаемся мы с вами в прямой эфир, ребята. И извините за то, что пауза затянулась. Извините за вот этот стульчик. Это факер пришел, тут нехороший человек. Так вот, продолжаем мы с вами сегодняшний день. Сегодняшний 25-й игровой день. Кью Патриот Пандас против Мау Спортс. Проблема из-за того, что у капитана команды Кью Пат были траблы. У Романыча так он на игру и не успел. У него там что-то там произошло с автомобилями. Короче, неважно. И играет без Романыча Кью Пады. Им надо очень выигрывать. 4-11, и они на данный момент стоят на выход со старт-серии. Ну, Мауза 5-8. И вы понимаете, что если Кипат сейчас выиграет у Маус, то в зону вылета отправляется как раз-таки Мауза. Так что игра в любом случае будет интересной. Elder Titan и Potum. Первых два пика от Кьюпадов. Crystal Maiden, Bristol Back. Первых два пика команды Маусбордс. Эйс, собственно, с одним стендином играет Мауза, с двумя стендинами вынуждены играть Кипат Ред Пандас. Ну, в принципе, SLHZ это уже член команды. И давно они, собственно, с ним играют, так что стендином его, в принципе, мы не считаем. Конечно же. Ну что ж, в бане Кунка, в бане Сларк, в бане Луна, в бане также и Визаж от команды Кьюпат, но от Маузов. Мы видим Абадон, Бейн, Outworld Devour и Шеде. Ну и третий пик Кьюпадов. Именно с третьего пика Кьюпадов начнется вторая часть пиков. И я ту-ду-тум. Как у вас-то настроение, уважаемые зрители? Тут многие спрашивают, когда будут там играть Альянсы и Нави свои последние матчи. Ребят, после Нового года, если я не ошибаюсь, 3, 4, 5 января три игровых дня у нас будут еще. И, собственно, в эти дни будут сыграны последние матчи и Альянсов, и Нави. Ну и остальных команд. Ну что же, Рубика забирает Кью Патриот Пандас, герой, которого довольно редко мы в последнее время видим в пике, если честно.
Ну и алхимик тут же от Маузов. Ну, у Маузов попривычнее, скажем так. Набор героев. Там, кстати, дропнулся экзит. Будем надеяться, что ненадолго, и скоро он вернется к нам в игру. И все будет хорошо. 10 секунд remaining. 10 seconds remaining. Анонсер Лина, конечно. Продолжаю я ее нахваливать. Ну и задумался Дурум здесь над пиком, над своим четвертым пиком, что же это будет. Дурумчики. Ну и четвертый пик. Надо бы, наверное, выбирать, скорее всего, второго саппорта, да, чтобы оставлять соломидера на ласт пик. Ну, соломид, да, опять-таки, Элдер Титан, это уже, извините, это вряд ли вариант. Видели мы несколько раз, не самый лучший, действительно, вариант. Ну и 10 секунд. 10 секунд осталось у Дурума. И это андайинг от Кьюпада. Вот так вот. Вчера с помощью андайинга они играли против парней из Релакс, да? И вот мы идем сейчас опять. Андайинг. Ну, для этого нужен еще кто-то. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Ну что ж, девятый, да, ну, в принципе, все правильно. Седьмой пик, девятый, это на последнем раунде будет. Седьмой пик, значит, тебя ждет. Не, восьмой, о чем я, да, действительно, восьмой. Что-то вообще у меня поплавилось со счетчиком. Восьмой пик сейчас от Маузов, ну и потом два последних пика, девятый, десятый нас ждут. Кьюпад и Маус, соответственно, в конце. Очень долго думает Мауза над своим последним пиком, над своим предпоследним, извините, пиком. Ух ты, гирокоптер от Маузов. Ну и что, саппорт Алхимик, я так понимаю, вместе с Цемочкой будет суппортить гира, Бристлбэк будет сложный и остался герой в мид. Для команды Маус, но да, возможен вариант, и, понятное дело, часто мы видим тему, когда Алхимик ходит в мид, но почему-то я сомневаюсь, что именно сейчас будет использовать эту стратегию. 10 seconds remaining. Еще последний бан. Медуза в бане мы видим от Кьюпадов. Интересный такой бан. Кстати, опять дропнул экзист, а будем надеяться ненадолго. Вернется он скоро в игру, я надеюсь. Ну и это минус пугна. А побоялись, что ли, какого-то пуша или что? Ну, не знаю, не знаю. Вич-доктор и в атаку просто. Но тогда придется Соломит под мед действительно быть. Соломит под мед фигня, и Соломит Титан это фигня. Поэтому надо придумать какого-то хорошего героя. Сейчас мид, ну что, ну, скорее всего, действительно будет трипла под Мару Бикандайнг, причем это вполне спокойно, трипла, которая может пойти и в сложную. Но давайте все-таки посмотрим, давайте дождемся, что возьмут Кьюпады, осталось всего 5 секунд и еще 3 секунды бонус тайма. 3, 2, 1, 0.
Night Stalker. По-моему, довольно весело. Все свое время извязали просто кьюпады. А, у них к тому же был еще, по-моему, пенальти, да, у них было у кьюпадов. Или не было пенальти у кьюпадов? Не было пенальти у кьюпадов. Забыли мы им впилять пенальти за опоздание. Но они в любом случае все свое время изюзали. Был бы пенальти, бедные вообще в гадости напикали. Ну и Moses Sports. Мыши Sports. Мыши Sports. Бэтрайдера забирает Маус Спортс последним пиком. Тоже довольно неплохо. И все-таки действительно будет Соломид. Бэтрайдер будет саппорт. Алхимик. Ну и Бристлбок будет сложный. Как и мы, собственно, этого ожидали. Ну что, Крит на Алхимике, Эйс на Бристлбеке, Райз на Кристал Мейден, Скайзой на Герокоптере, Экзист на Бэтрайдере. Против них СЛХЗ будет играть Элдер Титания, Парселс играет на Патме, Дурум на Андаинге. На Рубике будет играть, кто там у Кьюпандас, не помню, Джун будет играть на Найтсталкере. Ну и на Рубике катать будет у нас Мастер оф Дебил. Отличный никнейм. Просто Master of Devil. Кто это? Вот эти демоны, вот с их никнеймами, им надо ноги ломать просто. Blue Banana, что ли, или кто это? Кьюпадов. Ну, походу, да. Да, это Blue Banana. Как-то тут посмотреть, я уже забыл. Steam Profile. Мы сейчас смотрим, да, это Blue Banana. Master of Devil. Отличный просто никнейм. Фан факт. Кьюпад paused every game they played Star Ladder at beginning of it, пишет нам Люси, наш французский комментатор. Эти кьюпады, мало того, что задержали старт, так еще и мы видим, сейчас на паузу поставили. Нехорошие кьюпады. Бить их будем. И активно наказывать. Будем надеяться, что игра будет не очень долго. И в связи с этой игрой не получится у нас, да, дилея на протяжении целого игрового дня. Очень-очень бы не хотелось получить дилей. Ви понимает, что дилей к добру никогда не доводил. Мы очень не любим ситуации, когда задерживаются игры. Но иногда есть, скажем, простой человеческий фактор, да, и не только фактор того, что кто-то там опоздал, есть еще и фактор, собственно, техники, что там сломалось, то есть это все никогда толком не законтролишь. Hi, my friend, пишет Райс. Ну и пошла у нас игра. Да, в сложную, все-таки, скорее всего, отправятся парни из Кьюпад, Дурум на зомби, Апперцель играет нас на Патме. С интересной такой прической. Braids of Moonshadow. Кай. Шутауту бочка бас колбасер. Ясно. Свои пацаны. Шутауту Роман and Вилик in the bus. Ну, передает привет, собственно, Blue Banana. Master of Devil. Да, собственно, у Романыча что-то там произошло с автомобилем, и они с Великом не успели добраться, вынуждены были ехать на автобусе, и поэтому опоздали, он не наиграл. Да, ну что, паузы. Трай. Давайте, хватит.
полчаса уже игру могли закончить за это время. Тут никак не могут. Ну что, продолжается у нас игра. Ноуфир, который сидел в лапсах, просто решил ливнуть чертям собачьим. Ну и Блюбанана на Рубене снизу СЛХЗ. И с ним на Элдер Титане в миде у нас Джун. Ну и против него Экзист. Тут чувак какой-то пишет. ГДЖ. Кто это такой, мы не знаем. Да, ну Аро пролетел мимо крита довольно близко, так? И если бы попал, в принципе, мог бы начаться у нас довольно серьезный здесь экшен. Скайзой, Риз с критом на топе, мы видим, выходит на руну и занимает вот этот рун-спот. Но руна появляется снизу, ну и забирает ее эйс. В любом случае, Мауза законтролили и топ, и низ, и забрали руну. Окей, иллюзии, но эти же иллюзии здесь будут очень активно мешать. Может быть, даже вот здесь как-то может быть пытаться ими спауны заблочить, почему бы и нет. Да, вот мы видим, именно это и делает, собственно, Бристлбэк. Только вот сейчас можно и потерять иллюзию, если драться с ней. Надо, чтобы она еще пожила. Но она не доживет. И спаун появится. Отлично. Здесь Блюбанана все правильно сделала. Идет вторая иллюзия. Успеет ли? И не успевает. Появляется здесь спаун. Дно. Дно. Эйс. ДНО. Ладно, шучу. Хватит издеваться. Все, пошла игра. И так СЛХЗ стоит против Эйса. Будет Блюбанана бегать здесь в лесах. В миде Бланар против Экзиста. Ну и в сложной апарцели Дурум против Скайзой и подбегающего сюда, по этому делу, крита вместе с Райзом. Райз пока начинает на лесной вот этой вот самой легендарной лесной Кристал Мейден, которая и дабл спауны. Ее здесь она может фармить ой как долго. Ну и еще и надо просто ауру на втором левеле взять. Сейчас второй левел будет и вообще все будет отлично. Второй левел, аура и стоим, фармим и все хорошо. То есть цемочкой здесь, в принципе, играть довольно, довольно просто и легко. И, собственно, появляется левел, и появляется возможность грейдить куриц там, и покупать еще какие-то артефакты. Минимум уже 600 голды у этой цемки, да, и левел. Так что здесь Райз, конечно, прекрасно знает, что ему делать. И вообще, как здесь в лесу себя вести. Скай Зои на гирокоптере, тем временем, мы видим, уже получил 2 дикея в лицо, отошел под тавер. Зомби, 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 0-0, крипстат здесь 6-0, собственно, у Патмы, крит тоже пулит леса, ну и получается так, что мы видим, что стоят по одному на линиях на нижнем миде и на топе ребята из команды Mousesports, ну а два саппорта делают довольно неплохую работу. Ну вот прямо сейчас делает дабл спаун крит, и у него даже получилось, то есть это уже трипл спаун, по сути, потому что, да, этот гоуст явно не пишется к этим гарпиям. Ну и вот этот уже трипл спаун он будет сейчас пулировать вот сюда и здесь его, собственно, убивать. Да, вот крит этим как раз таки занимается. Райз у нас продолжает фармить леса. У Райза второй левел 780 голды. В легкой Скайзой 10-1 крипстат, под мы 7-0. Мид проверим, давайте, экзит здесь 11-1. Джун 9-0, то есть тут тоже у Мозу более-менее нормально. Ну и 5-1 против 8-2, вот нижнюю линию, да, эйс не выигрывает, но стоит на приблизительно более-менее нормальном среднем уровне. То есть начало, можно сказать, что, ну, в принципе, довольно неплохое для команды Mousesports. Ну, посмотрим, что будет дальше. СЛХЗ 10-2. Вот, видим, ему тоже тут начинает помогать Руби, который делает сначала дабл спаун, а потом пул. Вот, дабл спаун почему-то не получился у него. Видимо, последний вот этот Кобальт Солджер еще светил собой спаун, и поэтому не получилось. Ну, и сейчас будет он, наверное, пулить. Там ему рисует, типа, брат, давай сюда, пуль, все будет хорошо. Не надо ждать, пока будет там 30 крипов стоять. Не надо дожидаться, делать так, как сделал на топе крит, которым, кстати, выбежал здесь Аперцель вместе с Зимбаком и немножко помешали. Ну, то такое. Кристал Мейден продолжает фармить леса. Я так понимаю, птицу загрейдил как раз-таки у нас Райз. И продолжает, видимо, избивать здесь Урс. Скоро будет четвертый левел этой ЦМки. Вторая аура помогает, понятное дело, всей команде на топе. Крит разряжается в апрцел. Очень сильно его расстреливает. Патма липается в леса и встряла она там в лесах. Встряла в лесах. Ару мимо. Зомби идет до конца за Скайзой. Будет еще один дикей, но только через 4, 3, 2, 1. Крит на развороте. Стан в зомби. Надо давать стан в зомби. Крит умирает.
Но такой себе. Дурум, кстати, здесь от ракеты может умереть, не? Не умрет. Он уже отпивается. И ракета это, видим, не продамажила его со первого левела. Ну, что? 1-0, так как крипы забрали фракт. В принципе, не видели мы этой бешеной пси. Forest Blood. Но в любом случае, Q Pandas 1-0. Веселый экшен был на топе. Заглазитесь. СЛХ за 19-3, Эй 17-2. В миде у нас Джун 24-0, Бланар. Видим, первая искусственная ночь. Уже заюзана была 5-й левел Бетрайдер. То есть по левелу Бланар чувствует себя немножечко лучше, чем чувствует себя Бетрайдер. Ну и по крипстату мы видим, тоже они идут очень-очень ровно. Но вот Бетрайдер буквально на писечку впереди. То есть в этом плане тут пока ровное противостояние. Да, везде ровное противостояние. Так что мне кажется, что эта игра, в принципе, будет решаться явно где-то не на стартовом, да, поле. То есть не в районе вот этих стояний на линии. В миде проблемы у Джуна. Кристал Мейден. Отличный выход от нее. Ну и это первый фраг для Экзиста, который тут к тому же был на хосте. С помощью ЦМ-ки, у которой 5-й левел. Скоро будет 1300 голды. Вот налесная ЦМ-ка. На топе тем временем Дурума летит еще и ракета. Дурум здесь точно не уйдет. Стрела мимо. Дурум ставит томбу и пытается как-то выживать, но ракета в него попадает. Дурум умирает. Потом бы драться нет смысла, поэтому уходит отсюда Мауза. Но заработали они на топе фраг. Убив опять-таки зомбака, заманив его в лес. И это плюс. Ну а снизу Эйс Бристлбэк в соло убивает Рубика. Это, ребята, уже беда, печаль. И в соло, конечно, Рубиком умирать нельзя. Тем более против таких пацков-намоцков, как Бристлбэк. Ну а Бристлбэк делает даблкил, убивая еще и Элдер Титана. Что еще тут можно сказать? Халепа. Ну что же, Дурум. Видим Дурум здесь. Ракету уже в него отправили. Думал, что его здесь не видно. Четко здесь видно. Ракета, бум. Говорят, братан, постой немножко. Потупи. Райс 5-й левел скачал вторую колбу, мы видим. 1500 уже голды у этой ЦМ-ки. И до этого Crystal Maiden. Так, на топ надо, чтобы ЦМ-ка сейчас подтянула сюда. Дурум ставит томбу, надо улетать отсюда. Кулдаун от Скайзоя. Кулдаун залетает в Патму. И Патма липается прямо сюда в толпу. На стан крит. Взрывается, но убивает все-таки Патму тем, что взорвался такой он. Не очень, здесь минус 2 уже и проблемы у Райза, 1600 голды. Не знаю, Райз купил рецепт на Мидас, конечно, да, умирает. Ну и тут ошибка крита, это что-то с чем-то. Как же он так мог допустить-то? Все у него было отлично, мог он разрядиться в Бланара. Ну, мало бы это что дало, но в любом случае мог разрядиться хоть в кого-то. В итоге взорвался сам, простоял в стане и, собственно, размен был проигран. Крит уже снизу будет помогать этому Бристлбэк, которому, в принципе, помощь не нужна. Бетрайдер тем временем умирает. Ну, смотрите, Бланар, первая ночь. Довольно активно. 3 ассиста есть уже, 1 фраг. То есть, более-менее. Бристлбэк снизу вместе с Критом продолжает КВНить. Ну, 7-я минута, тапок Вангвард, 500 голды. Это довольно неплохо, как для Бристлбэка. Да и фраза довольно неплохо, довольно неплохая, согласитесь. Поэтому есть мнение, что тут может быть у всего что угодно. Ну что же, Эйс. Бристлбэк. Рэр Спайкс у него такой себе, Бристлбэк. Не ежик, много шмоток нет. Но будут, если вы поможете и подарите их Эйсу. Или мне. Я ему обязательно передам. Может быть. А может быть и нет. Ну что же, Крит, мы видим, тыкнул Лейн Вард сюда, чтобы знать, если кто-то будет прилетать помогать сюда Титану. Сюда уже выехал Бланар, и, кстати, это может быть довольно весело. Бетрайдер палит эту движуху, Бетрайдер, проблема у него, начинает улетать, Ару мимо, и Бетрайдер улетит отсюда. Да, улетит, понимает Джун, что нет смысла вообще за ним летать. Очень вовремя все-таки все здесь произошло. СЛХЗ, инвиз, и Крит взорвется и умрет. Крит взорвется и умрет. Да. Реген у него хороший. Здесь бегает Эйс. Мы видим, вчетвером напали. Крит пытается убежать, но подставился он. Эйс. Арроу мимо. Ну, Эйс тут спиной, в принципе, развернулся. Его вряд ли тут убьешь. Но в любом случае, Q-пады мы видим, огрызается очень серьезно. И счет 6-6. Но Бетрайдер покупает даггер. 8 минут 55 секунд ему для этого понадобилось. И скоро Бетрайдер будет где-то прыгать. Куда-то прыгать.
Опять-таки, идеально это будет сделать снизу, а на топе еще лучше этот Рубик. Это вообще фраг, вот Риз забегает, и все. И Рубик, до свидания. Мидас очень Ризу нужен, он говорит, я заберу фраг, пожалуй, и с рецепта, но Мидас, говорит, бегать как-то не камильфо. Поэтому это будет такая себе, Кристал Мейден жесточайшая. Надо денег где-то заработать. Не, оно классно, то есть Мидас в такой ситуации, это хорошо. То есть это Кристал Мейден не ворует ни у кого фарм. Она, вот она себе принесла Мидас на 9-й минуте. Ну, это вообще шикарно. То есть, ребят, как бы, как ни крути, а Мидас у ЦМ-ки на 9-й минуте, которая вообще на линиях там ни у кого ничего не воровала, и дает всем третью ауру, это, конечно, то, что надо. Поэтому вот, за такие Мидасы я бы проголосовал на выборах. Миня цепляет Джуна, выбегает Кристал Мейден, вот она Нова, и Джуна огромные проблемы, два стака на нем, вот она и колба была до этого, потом Нова, тут зомби, кстати, поставил Томбу, я не знаю зачем, он тоже здесь умрет, и Томбу еще зафармят Дурум до конца, дерется Экзист, раздреливает, проблемы у Райза по Томбу, и очень сильно Райз проседает, и фраг зарабатывает зомби, и сам зомби здесь дерется до конца, протостан залетает, и второй минус делает Экзист, что делает Master of Devil вот этот, что он делает? Что, куда он идет? Ага, вот так вот. Он, эти зомбаки, они от него отцепятся вообще или нет? Лол! Вот это бред. Крит, стан в Рубика, начинает его нарезать. Рубик понимает, что надо что-то делать. Прячется, тут пришел Эйс, Эйс сейчас будет клепать фраги. Полетел Гу в Рубика, Рубик пытается жить. Сейчас будет еще один спрей. Вот один, еще один спрей. Вот он, еще один фраг от Эйса. Крит пытается убежать от СЛХЗ. Эйс, 2, Гу, и ты смотри, как больно здесь СЛХЗ! Ну, этот Бристл Бэк, это просто какая-то невероятная хреновитень. Вы уж меня извините за мой французский, но Бристл Бэк это беда. Действительно, это беда, этот Бристл Бэк. Потому что у него 11 левел, у него ПТ, у него Ангвард, у него Magic Wand, 1100 голды, 5 фрагов, 0 ассистов, 61 на 12 крипстат, и он опасен. Ну ладно, на топе прижали Регирокоптера, и опять-таки стоит похвалить команду Кьюпад за хорошую, действительно, за хорошую реализацию Бланара. Не отдыхает, не тупят, действительно все делают очень четко и правильно, и ну вот надо только еще, чтобы кто-то играл, кроме Бланара. Ну что, одного товарища Джуна, к сожалению, не хватит, наверное, для того, чтобы выиграть эту игру. Маузов, который, в принципе, играет очень неплохо. Так, и здесь троих поливает, Сэмочка на себя байтит, стан по двоим залетает, хороший! Как больно, бедный Патме, Патма здесь просто умрет на ровном месте. Да, Патма уже умерла, правда, можно также забирать Бетрайдера. Да, Бетрайдер тоже умирает, тут Эйс забежал в толпу. Ой, как же сейчас развалятся парни из Q-Pandas, да, минус 3 уже, и Рубика тоже прижарили, это минус 4, плюс зафармят Томбу, и Риз выживает, Эйс склепал еще один фраг, один ассист. 4, нет, 3, извините, зомби все-таки успел сделать тэп-аут, 3 в один размен, Бетрайдер, в принципе, тоже мог выживать, но слишком-слишком там толпу забежал, поэтому, ну, что ты еще скажешь, 14-10, и вот Моуза начинает уже отрываться. 3500 голды, 7500 экспы преимущества у Mousesports. Ну и, да, действительно, без Велика, без Ремена Q-Pandas играть, ой, как тяжко. Ну что ж. На топе Скайзой продолжает фармить бедный этот Гирокоптер, на которого постоянно агрится, вылетает, убивает. Но мы видим, Эйс тоже здесь. Который, кстати, приобрел себе уже Огрглап, у него 240 голды сверху. И понимает он, что вот вообще можно не бояться никого. На топе, кстати, убили опять-таки Гирокоптера того самого. Экзист, проблемы у него там еще и украли, мы видим. Да, украли Firefly, и за ним до конца. Экзист тут горит довольно плотно, но его видят, и улететь ему будет тяжело, потому что Рубик за ними. И пошла у нас драка просто в текстурах. Не видно ни Рубика. Жесть просто. Вот он, Рубик прилетел. Там, кстати, двоих уже Маузова убили, но сюда пришел Эйс, и Эйс сейчас, наверное, будет разбираться. Правда, эта томба, она очень мешает, но она сейчас закончится, эта томба. Эйс продолжает бегать и колоть всех.
кстати, если бы до конца пошел, убил бы всех, наверное, но убьет только Дурума. А, не, он еще убьет и Бланара. Бланар решил тоже, что хочет умереть. Это будет 8-й фраг сейчас от Эйса. Эйс, гу, плевок. Здесь же Рубик пришел на фраг. Рубик горит, поднимает, поднимает Бристлбека, сам убегает. Ну и, наверное, все-таки Рубик, вы знаете, здесь оказался прав. И спас он своих пацанят. Right on my broomstick. Ну, действительно, он говорит, что как Гарри Поттер летает. Гарри Поттер Дота, да-да-да. Master of Devil. Эх, Гермиона. Блю Банана вечно любит что-то там в чат пописать. Такой общительный пацак. Этого у него не заберешь, конечно же. Апперцел тем временем на подмен нафармил робов магии и брасер, и вы понимаете, что по нетворсу, ну, нет, в принципе, неплохо. Вы смотрите, он второй в команде по нетворсу обгоняет, конечно, гирокоптера, которого там мочили 100 раз. Ну вот, только-только мы про него заговорили, и сразу же мы видим под медальоном здесь. Больно. Очень больно подмена умирать. 16-й фраг заработали Маузай, переместили все вниз, будут пытаться забрать Т1. На топе свой Т1 дефит, ребят, наверное, здесь не будут и не станут. Есть фортификейшн, конечно, на топе заюза, но смысла никакого, потому что дефит этот самый Т1 тауэр они не будут, да, здесь вчетвером. Кьюпады не забрали, а Маузай снизу. Маузай снизу тоже на Т1. И тоже могут его убить, в принципе. Да, тоже его забирают. У Экзиста, что там с деньгами, Форстав, вот-вот. Эйс, 1400, есть уже Сэндж, ну и этот Бристлбек понемногу становится абсолютно неубиваемым. Ну и медиа, бедный гирокоптер, который принимает на себя всегда весь дэмэдж. Райс, 1000 голды уже нафармил, транквил тапки, варды покупает с помощью своего Мидаса. Ну и в смоке будут выходить сейчас. Первый выходит гирокоптер. Ну вот, не смог на себя байтануть гирокоптер. Риз, палится, поймали Баланара. Риз дал нового, тут кулдаун залетает довольно неплохой. Баланара должны убивать, Томба стоит, и Томба это очень сильно может помешать. О-хо-хо! Ну, забейте, это Бристлбек просто. Это просто Бристлбек, который сейчас сделал 4 фрага на ровном месте. Он просто шел и бил пацанов. Шикарный кулдаун. Очень-очень хорошо погорел, собственно, там Firefly MXZ. Ну и 4 в 0 без шансов, собственно, драку выигрывает Мауза. Да, ну и сейчас уже можно, наверное, откровенно сказать, что тут дело техники довести, собственно, эту игру до ума. 5000 голды. 12 тысяч экспы, вот после Рошана, если как все посчитает, голды станет намного больше. То есть там за 5 тысяч, да, будет 6,5, там, типа того. И вот они появляются, шмотки. Появилась здесь Либарда у Бристлбека, который к тому же теперь может выключать Бланара, либо подмод, ну, вообще пофиг кого. Everything is okay, скажем честно, у команды... Маус. Ну и посмотрим, как они будут действовать дальше. Будут ли спешить или спокойно, планомерно продолжат развиваться. Мы видим у гирокоптера Аэгис 11 левел. У него, кстати, есть фейзы, есть у него Хелмов Доминатор. Ну, Кьюпад уже в миде. Эйс пошел, говорит, я готов. 2000 хп, я понимаю, что следующим артефактом будет у него Тараска. Ну и что? Мауза, собрались вчетвером в миде, только не хватает гирокоптера, сейчас он подойдет, будет забирать второй для себя тауэр, по таверам счет 2-1 в пользу кьюпадов, но вот сейчас вот эта вышка скорее всего упадет, ну не скорее всего, процентов 99, что она упадет. Тут мы видим уже этот Бристлбек, нереальный. Ну что же, Экзист не повелся на иллюзию на сталкера.
и поняли, что это иллюзия. Перестали просто ее бить. И сейчас будет пытаться зайти в спину. Битрайдер будет ли прыгать? Будет ли прыгать Битрайдер? Да, будет прыгать Битрайдер. Видит Джуна, цепляет тут же Джуна. Томбу поставили, томбу пока никто не бьет. Эйс врывается просто в толпу, стрела в крита. У крита огромные проблемы, может он даже умереть. Крит умирает первый в драке. Размен тут же 1-1, потому что зомби уже погиби. Под томбой это вся драка. Ну плевать на томбу, мы видим. Тут просто ходит Бристлбэк, который бьет в драке. И людей, и томбы, и все остальное. И ему действительно тут пофиг, кстати. И мы видим, что Кристалл Нову украл там Master of Devil. Ой-ой-ой-ой, вот это обидно. Вот кошаку сейчас было очень обидно. У него 15 секунд кулдаун. И тут, наверное, уже этому коту вряд ли что-либо светит. Идет сюда еще и Урса Варьор. Да ладно. Вот это был интересный поворот. Забросила, собственно, потму, черт пойми куда. И забрали ее нейтралы. Да, но сама суть того, кто забрал, не важно. Важно то, что опять-таки 4 в 1 подрались парни. Ну и 24-14 счет в матче у нас. Выигрывает команда MoSports. Да, по деньгам вот около десятки уже, по XP уже 18 тысяч экспириенса ведут. Так что тут, конечно, беда-печаль. Все очень больно. И просто Эйс сейчас заходит. Вот просто он заходит и сразу делает типа, боже, как же он его больно навалит. Салхазе заслипал Эйса и понимает, что это единственный шанс что-либо сделать. И тут же зомби, и просто он пошел на хосте. Но вы понимаете, что этот Битрайдер уже вообще никого не боится. Смотрите, какие куски отваль Битрайдер, извините, Бристлбэк. Ну это забей, он просто зашел и убил. И он сейчас на развороте он всех поубивает. Он просто вернется сейчас и всех поубивает. Ну вот это уже, по-моему, крайняя степень наглости. Забежать один в четыре под чужой тавер и убить одного еще и уйти в живых. Райз на цемке. Так, цемочка здесь походу приплыла. В сайленсе одна, эйс будет помогать. Цемочка стрелу поймает, да, отличная стрела. Такая в нос залетела. И эйс что, будет ли драться или решит все-таки уйти? Цемка, кстати, собрала некро 2. Ну а тут мы видим ворованный квилл спрей у Рубика. Он просто будет ходить и спреять по кулдауну, почему бы и нет, да. Это же Рубик. На топе. Тем временем Битрайдер прыгает сюда. Ой, гирокоптер, отличный кулдаун. Минус Джун моментально. Под томбой, под тауэром драться, конечно, не захотят, поэтому уйдут. Крит, мы видим, юзнул ультимейт и уходит. Здесь Рубик. Подняли крита, теперь можно подраться. Нельзя терять здесь никого, конечно. Залетает гирокоптер. Там есть слип. Проблемы огромные здесь у Блюбананы. Он, конечно, уходит. Дурума поймали. И Дурум слишком далеко зашел. И умирает. Стан залетает в СЛХЗ. Ой-ой-ой, как же не вовремя он пришел. Минус 3, ну и Рубик с патмой остается только в живых. И опять-таки, это все происходило без эйса. Был бы эйс, был бы у бабушки, была бы она дедушкой, да? Поэтому был бы эйс, давайте мы не будем. А то будет вот этот вот, как хэштег любимый Каспера. Стан один залетает, стан второй залетает, стрела мимо. И вот так вот. Просто с мега лонгренжи взяли и убили Рубика. Да-да-да-да-да-да-да, вы слышали этого гирокоптера, да? Ну, кстати, от Таура сейчас умрет этот гирокоптер. Нет, не умрет, повезло. Ну, а Крит тут продолжает веселиться. Ну, наконец-то он понял, что пора бы, наверное, уйти отсюда. Я, конечно, крутой пацан, у меня есть даггер, 14 левел, но я, пожалуй, уйду. Эйс тем временем плейтмейл, 18 армора, прочие прелести, все у него хорошо. А, у него тут уже практически готовая кираса. Так что да. Ну и заметьте, Эйнштейна вот здесь еще можно зафармить. Ну, я уверен, что обязательно это сделает эйс. Туз. Будем назвать туз сегодня. Ну и Мауза скоро будут уже, наверное, готовиться к тому, чтобы заканчивать эту игру. У него 14 тысяч голды, 28 уже тысяч экспы преимущество у Маузов. И мы видим кираса. Так, там Битрайдер минус патма на топе тем временем. Сюда Дурум прилетел, но, конечно, было уже поздно. В миде эйс просто идет, тупо на двоих. И мы видим, ну, вот так вот просто. Просто вот так вот. Единственный шанс здесь его заслипать. И
Give my Harry Potter spell, просит Рубик Экзиста, но мы, ничего у него нет. Он ищет, ищет кого-то. Не дают ему. Ну что, ребят, всем напомним, что после этого матча нас ждет противостояние между... Интереснейшее противостояние между командами RxKiss и Sigma. Ну, тут получил свой спелл, собственно, Рубик. Умер сразу же за полсекунды. 12-0-4 Bristol Back, и Блю Банана недоволен. Дали ему его любимый Firefly, но тут же забрали. Это что это вообще за беспредел? Верните, пожалуйста, мой Firefly. Ну, не очень, да, быстро ломают там вышки парни из Маус. Вот Некрот 3 уже у Crystal Maiden, то есть вот Crystal Maiden в соло тут Патму пытается убить. Кэрри Патму, прошу заметить. Crystal Maiden. Ну и смотрите, чуть не убила. Еще и бьет сейчас. Я молчу, ребят. Я... Да, ГГ пишет Дурум, понятно, но... Я просто когда увидел вот это вот здесь, я понял, что... Это просто забей. ГГВП. Команда Маус выигрывает. Выигрывает свой первый матч. Отдаляется от зоны вылета. И с шестой победой для себя. Все еще будет бороться. Будет очень серьезно бороться команда Маус за то, чтобы остаться в старт-серии. Турнир таблицы, я думаю, мы увидим с вами с минуты на минуту. Вот она, турнирная таблица. У Маузов мы видим 6 побед и 8 поражений. У Кьюпадов одна игра до конца сезона осталась. 4-12. Ну и если они ее выиграют, им надо надеяться, что Asli Gaming проиграет все остальные матчи. И только в этом случае Кьюпады сохранят себе прописку. Старладри. 7 минут. Рекламка. Немножко музычки. Sigma RxKiss. Никуда не уходите. Все самое интересное еще впереди. Впервые в 8-м сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда – 50 тысяч долларов. Каждый купленный билет турнира добавит к нему 2,5 доллара. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет на Вивера в подарок. Игра Point Blank изменила мир онлайн-шутеров. Более 50 миллионов зарегистрированных игроков со всех континентов. 11 классов вооружения, 150 единиц оружия, 9 боевых режимов и 35 уникальных карт. Регистрация на pointblank.ru абсолютно бесплатна. Просто выбирай оружие по душе и вперед, в бой. Начни свою карьеру киберспортсмена. Стань чемпионом. Впереди большие турниры. Шанс представить свою страну на ежегодном чемпионате мира Point Blank International Championship с призовым фондом более чем 50 тысяч долларов. Мировая слава, денежные трофеи и победы, которые войдут в историю киберспорта. Это Point Blank. Процессоры Intel, трансформер. Все компьютеры завидуют тебе. Все программы мечтают о тебе. Что, старый ноутбук? Нечего предложить взамен. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе.
Хватит жить прошлым. Выбери ультрабук.